2 апреля начались работы по реконструкции сквера на улице Терской. Сквер протяженностью 290 метров предстанет в новом образе перед гостями и жителями города уже к 9 мая. Полностью спилены старые деревья, на их месте уже красуются 70 саженцев клена шаровидного. После того, как плитка будет уложена, установят лавочки, урны и освещение. В городе такой плитки еще нигде нет. Все продумали до мелочей, и деревья не просто выбирали, а думая о будущем облике этого сквера. Шаровидный клен, он уже полностью обрезан, оккупирован, то есть будет в виде шара. Ну, впоследствии. То есть, я думаю, в этом году, конечно, нет, потому что еще они так, ну как, молодые, да, все. То есть, а в следующем году уже полностью крона сформируется и будет шар. Листья будут такие, ну как, не коричневые, а красного цвета. Красного цвета. Да, почти под плитку, так сказать, в тональность. По итогам работы реконструкцию сквера будут продолжать дальше. От улицы Гребенской до улицы Красноармейской. Сейчас там только начинаются работы.